пожалуйста, представьтесь. Мое имя Михальчик Владимир. И судья интернациональный за вторую и за третью группу. Породник Амстаффа. И так. У вас есть питомник? Да, у меня питомник Royal Nobleman's Kennel. Я 25 лет разводим Амстаффы. Как у меня были и бультеры, и другие породы, но это основные породы, которые очень любим, это Амстафф. Третье, это хочу сказать. Я организатор одной от большой выставки мира, Амстафф Мейджор. Что се справит, эта выставка как Атибокс или ДЦ, она меняет, как скажем, меняет страну всяком году. Следующий год будет в Барселоне. Я думаю, что будет очень большое количество собака. Украина была и в Румынии, я думаю, последние 3-4 года Украина была, украинская команда была на моей выставке. Очень хорошие выставляли свою страну и собаки. Очень культурные были, и я очень доволен, когда видим украинские питомники на моей выставке. Мы вернемся к вопросу Амстафф Мейджора. Да-да. А сейчас мы хотели бы знать ваше мнение о качестве и темпераменте представленных собак сегодня. Потому что я это году, я думаю, что я судил, не знаю, 20-30 монки судил на многим странам. И так могу посмотреть и качество, и какие проблемы на породу. И могу сказать мое мнение. Так, последние две недели я судил в Кроации и в Украине. Так и могу сказать у вас. Первое, что очень мне понравилось, я не видел ни одну собаку агрессивную. Видел много собак, что у них очень хороший темперамент. Что это? Может быть, это что это генетика, а может быть и хорошая работа владельца или с этим собаками. Очень мне понравилось. Очень мне понравилось, что могу сказать, видел собаки с очень хорошим темпераментом. Качество сука. Окей, я видел, можно видели очень красивица кобеля, но когда посмотрим, я думаю, что у вас лучше суки на кобеле. И я думаю, что это очень хорошо за одну страну, когда суки будут лучше на кобеле. Это мое мнение, как породника. Mm-hmm. Хорошо. А какие, на ваш взгляд, основные недостатки собак, которые были сегодня представлены? Это можем говорить, что единственное за собаки Украины. Это единственный проблем за многие страны. Это проблема Амстаффа. Окей, у вас темперамент хороший, але я на многим странам видел проблема с темпераментом. Второе, проблем с типом. Третье, я видел много проблема на анатомии, значит, пропорции собака. У вас проблем с правым плечом, пропорции собаки, очень длинная собака, короткая, как скажем, короткая предплечка. Это очень большой проблем. Проблема потому, что собака после имеет проблемы с движением, понимаешь меня? И это не может быть корректная собака. Так, у вас было... Но так много, але видите, я очень не любим, когда собаки держат высоко хвост, или как скорпион, как се каже так, очень мне нравится. У вас было собака, але могу сказать, что большое количество. Mm-hmm. Как вы можете описать сегодняшнего лучшего представителя породы? Это очень интересно было, my best of breed, или ПП. Это, слышите, я думаю, что... Потому что я породник, я так посмотрим собаки, что у меня был очень красивый кобель. Я так думал, я посмотрел суку, она очень элегантная, хорошее движение у нее иметь, так породы. Это темперамент, ты видишь, это символ породы, как ты видишь у нее. Нравится мне голова. И слушай, честно ты скажем, когда я не увидел так с натуральными мушками, как она красивая, как она меня очень, я думал, что это мой ЛПП. Так. Mm-hmm. Что вы думаете о росте Амстаффа и использовании в разведении высоких собак? Это большое, я знаю, что много эта тема, я видел, что люди так много спрашивают за эту тему, что проблем с ростом и так. Слушай, это, когда это Сандер писал, это момент собаки, лучше кром, что у них много протеинов, так не может быть так, собаки 48,8 и так не может быть. Окей, я не любим, когда собака много большая. Когда видим одну собаку в рингу, что проблема с ростом имеет, но у нее нет других ошибки, но очень хороший баланс имеет.
Может, он и выиграет у меня, но не хочу, что люди так посмотрели. Первое, нужно знать, что это терьер. Не можем быть, будем ли забили, что это терьер, что та, я думаю, что будет большой проблем с нашим породом. А второе, большой проблем, что я думаю с этого момента, что я видел многие породники, это что они разводят собаки за шоу. Приедешь в Испанию, там не можешь не видеть ни одну собаку у рингу с тигрим окрасом. Все рыжий, с шоу Бостон маркингом. Я думаю, что все они там разводят, что выиграют на шоу. Это, я думаю, что это но хорошая дорога. Понимаешь, что? Да, понятно. Еще хочется задать несколько вопросов по поводу разведения. Да. Что вы думаете об использовании в разведении собак с такими недостатками, как белый окрас? Он нежелательный по стандарту. Белый. Белый, да. Есть еще собаки с неправильным прикусом, хвост с изломом. Некоторые заводчики используют их. Какое ваше мнение? Слушай, сад, как будем говорить, многие можем мы сказать, что я никогда не разводил собаку, что у меня хороший прикус. Окей, я не проблема со хвостом, так. Я думаю, что это не говорит правду, люди, в награде. У меня была проблема со хвостом, так, со прикусом. Ты знаешь, так он будет меняться, то... Слышите, первое, нужно посмотреть темперамент. Второе, тип. А после мы можем видеть и то белый окрас, и так, о чем я говорю. То... Понимаешь, что хочу тебе сказать? А другое, хочу сказать одно за это разведение, что... Разведение... Не можешь ты, когда разводишь две собаки, думаешь, у моей собаки проблема с движением, а я будем повязаться с собаком, что у нее хорошая линия веха. Не можешь ты с хорошим линией веха добить хорошую движение. Понимаешь, что ты хочешь? Да. Ты нужно повязать две корректные собаки. Так можешь единственное. Понимаешь, что ты? По вашему мнению, наиболее важное в собаке темперамент, родословное, здоровье, внешний вид. Какой первоочередный? Или может быть... Как скажу родословное, что это родословное? Это одни папи, что это родословное? Он там стоит, что у той собаки. Он нужно, кажешь, хорошее родословное. А что думаешь ты? Хорошее родословное, что ты думаешь, у той родословной стоит хорошие собаки. Это все. Але слышите, я думаю, что это темперамент первый, тип первый, после все. Понимаешь меня? Так, да, я думаю, это нужно за работу хорошую. Вы часто судите в разных странах. Да. На ваш взгляд, самое лучшее поголовье, которое вы судили, в какой стране было? Качество собака... Ты знаешь, что я приезжаю из Сербии, так там у нас... Кстати говоря, сербский тип, это очень корректно, потому что у Сербии много питомников, так у нас имеем два большая, три большая питомника, что выиграла много стран, и так люди, когда посмотрят, думают, что это у нас тип, это правда, у меня другой тип разводим много лет, и так другие породники разводят этот тип. Я думаю, что из Сербии много хороших собак приехало, а думаю, что это момент... Качество уровня, думаю, что Испания очень хорошие собаки имеет, Украина, Россия, Сербия, Венгрия, может так и будет, может быть и у скандинавских землях будет чуть-чуть. Италия была одна из лучших, и Хорватия одна из лучших стран, но в последний момент может быть так одна, два, три собаки хорошие, но когда посмотришь, большое качество. Понимаешь, что это? Да. Возвращаясь к разговору в организации Amstaff Major, да. Который вы организовали, и проводится он в разных странах. Когда-нибудь в будущем можно надеяться Украине о том, что это будет ты знаешь, ты была, я знаю, что ты была там на этой выставке. Это с проводимым я и Мирко Попович. Эта идея была, ты знаешь, как мне была идея. Маленькая идея, сад это момент, я думаю, что это большая выставка мира. Следующий год будет в Барселоне, а Amstaff Major Latin America, он будет в Мексико-Сити. Да. Это будет, я думаю, очень хорошая, так, очень хорошая выставка. Может быть, в будущем можно надеяться провести в Украине? Слышите, ты знаете, как это? Мы никогда не позвоним людям, скажем, хочешь ты там? Они нас позвонят и скажут, можем мы у вас это оканчивать работу с домом? Вы нужно нас позвонить. Будете нас позвал? Будем разговаривать.
Хорошо. И еще хотелось бы услышать от вас пожелания украинским заводчикам. Какие-то напутственные слова, пожелания. Первое, хочу сказать очень спасибо за эту большую запись. Это уважение меня. Я вам честно скажу, я вас уважаю. Очень культурные были, очень хорошая атмосфера была. И не говорим, люди, что меня познают, знают, как я говорю, что я говорю прямо и честно. А это одна от, как скажем, лучшей свистака, что я был в моей жизни. Так адреналин мне работает, видишь, как у меня адреналин работает. И хочу им сказать, что нужно запомнить, что это спорт. Это спорт. Ну, выиграешь на второй день, можешь проиграешь, але это спорт. Понимаешь, это нужно приехать с хорошим настроением. Ты знаешь, одни большие породник мира, он умрел, ты знаешь, Фред Синделар, он сказал одна раз, очень хорошее слово он сказал. Собаки это дело, part, как скажешь, part. Часть моей жизни, але это не все моя жизнь. Это человек, я думаю, что сказал очень хорошее слово, понимаешь? Спасибо большое за ваше судейство. Вам было очень приятно. Спасибо и мама, что меня пригласили. И так, я в следующий раз буду, я думаю, что будет время за меня посмотреть Киев. Сколько я видел, очень красивый. Спасибо, мама, за приглашение. И так все. Да, я желаю вам получить массовые позитивных эмоций от просмотра нашего города. Спасибо, спасибо. Так, тебе.